рождественских чтений в нашем граде и вместе с вами порадоваться этому событию, потому что мы стараемся идти в ногу с нашим центром. Там уже 16-е рождественские чтения, у нас всего лишь 7-е. Но это очень радует, и хочется пожелать этим рождественским чтениям очень плодотворной работы, так как сейчас это особенно необходимо нашей России. Выбор темы этих рождественских чтений очень знаменательный, так как великий князь Владимир, как поется в тропаре, был подобен купцу, ищущему доброго бисера. И дальше также в Галичане есть такие слова, что великий князь признан равноапостольным. Он попрал идолов в нашей языческой стране и в купели нашей матери земли киевской принял этот бесценный бисер. Он обрел Христа. Мы сегодня хотим поздравить вас, и я сейчас объявлю все песнопения, которые нас будут, чтобы потом не отрываться. Прославим Христа, прославим Божию Матерь, прославим всех святых, которые пострадали и во времена гонений, и в прежние времена. Их очень много, целый сон святых. Поэтому они всегда сейчас, находясь у престола Божия, возможно, возносят за нас молитвы. И их наверняка поддержкой мы будем пользоваться и нуждаемся в их поддержке. Сейчас мы вам исполним песнопение, первое, которое будет посвящено великому князю Владимиру. Это «Тропа князя Владимира» и «Величание». Следующее песнопение будет «Великое словословие» композитора Третьякова. Также исполним концерт Бортнянского «Господи, силы и Твоей». Исполним стихию всем русским святым. Также прославим Пресвятую Богородицу, достойно ей есть Бортнянского. И еще раз пожелаем успешного проведения этих 7-х рождественских чтений. Thank you.
все те, кто сегодня присутствующие, и те люди, которые потом будут участвовать на рождественских чтениях, имели доброе здравие, и ничто не могло помешать хорошему настроению, с хорошей плодотворной работой провести эти рождественские чтения. Желать вам всем многолетия. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. О дождь Господи, великому Господину и Отцу нашему, Кириллу, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, и Господину Преосвященнейшему Елисею, епископу Урюпинскому и Новоаннинскому, с Богом хранимою их паствою, и всем зде предстоящим и молящимся Тебе, и сохрани их на много.